Привет, народ, с вами Барчик, в этом видео поговорим с вами про патч 1.13. Наконец-то картошка сдвинулась с мертвой точки, и это, наверное, самый большой патч за последние пару лет, поскольку ничего существенно не выходило уже давно. А поскольку давно ничего не выходило, то картоха не развивалась даже путем проб и ошибок, поскольку не выходило ничего. Поэтому не на чем было двигаться, исправлять ошибки, что-то менять, потому что просто патчи были пустые. Что же ждет нас в этом великолепном большом патче? Переработка механики нанесения урона осколочно-фугасных снарядов. Сразу об этом и поговорим. Фугасами стало легче пробивать уязвимые зоны. Они стали более пробивающими, поскольку они пробивают гусеницы, они пробивают борта, они пробивают фальшборта, пробивают экраны. Они теряют пробитие в тот момент, когда они пробивают эти самые гусеницы и экраны, в зависимости от того, насколько экран толстый. Потом долетают до основной брони, не теряя ничего. И сколько уже осталось пробития, пробивают или не пробивают то место, куда попали. Раньше фугас искал, где потоньше, и туда весь урон входил. Сейчас куда фугас попал, туда и попал. Грубо говоря, сейчас фугасы будут в патче 1.13 бронебойными. То есть это бронебойные фугасы. Всякие бабахи будут легче пробивать, когда будут попадать. Всякие ватные танки легче будут пробиваться. Также будут пробиваться всякие заборчики, столбики и так далее. Но сплэша у этого ББ фугаса нету. Поэтому стрелять от земли в днище нет смысла. И по соседним танкам тоже ничего залетать не будет. Это плюсы этих снарядов, минусы. Как и у остальных снарядов, появятся всякие там попадания под днищем танка, когда снаряд пролетает, не зацепив брони, а только черкнул по гусеницам. Всякие выстрелы в орудие без урона и так далее. Это изменение явно сыграет на руку тем танкам фугасным, у которых орудие более-менее точное и стабилизированное. А там, где орудия кривые, с них будет тяжело попасть. Соответственно, как раньше наносить урон куда попало будет невозможно. Поэтому кривые фугасницы превратятся в рандомную кривую стрельбу. А вот на точных фугасницах, если запотеть, то можно набивать много урона. Также здесь выигрывают бронированные танки. В толстую броню новыми фугасами стрелять смысла нет практически вообще. Дай бог, если вы в лоб тяжику нанесете с большого дрена 100 урона. Конечно, бабахи нанесут чуть побольше, но в целом смысла стрелять в толстую броню фугасами нет. То есть здесь двоякая ситуация. Толстая броня будет более защищена, чем раньше, а вот уязвимые места менее защищены, чем раньше. Также это еще очень хорошо работает в куче с новым навыком в перках интуиция, который находится у заряжающего. При помощи этого навыка вы в бою быстрее меняете тип снаряда. То есть, допустим, берем польский 60 ТП. Заряжаем его, половина снарядов кумулятивы, половина снарядов фугасы. Прокачиваем полностью перк интуиция на 100%, хотя он начинает работать сразу, как только начал качаться. Туда еще добавляем допаек плюс вентиляцию плюс боевое братство. И у нас во время боя, когда снаряд заряжен, мы можем его сменить на другой за 3 секунды. То есть видим перед собой танк, который мы можем более-менее стабильно пробить фугасом. Мы заряжаем фугас. Либо если танк очень бронированный, заряжаем кумулятив за 3 секунды и все. То есть если нам нужно сменить снаряд, а у нас заряжен другой, не тот, который сейчас не подходит, мы за 3 секунды подготавливаем себя под ситуацию. И такое нужно будет делать на всех танках, которые могут пробивать фугасами. Это новый геймплей, который будет в рандоме на постоянной основе. В целом игра будет играться совсем по-другому, не так как раньше. Всякие ватные танки, на мой взгляд, будут не сильно актуальными, на них будет тяжело играть. И очень привлекательно будет выглядеть геймплей на бронированных тяжах с возможностью пробивать и голдой, и фугасами. Также популярные бабахи, которые и так популярны, хотя на самом деле они малоэффективны из-за своей нестабильности, будут еще популярнее, поскольку пробивать с них станет легче, когда будешь попадать, поскольку они будут пробивать экраны, гусеницы и так далее. С другой стороны, в них тоже фугасы будут залетать более стабильно. На самом деле очень сильно меняется геймплей. На тесте его прочувствовать полностью тяжело,
Но я думаю, на основе игра изменится совершенно. Нужно будет под нее подстраиваться, под новый геймплей World of Tanks. Также изменяется еще артиллерия. Им всем добавили 3 снаряда. Поиграв немного на артиллерии, я пришел к выводу, что второй и третий снаряд являются useless и вообще, в принципе, не имеют смысла. Первый снаряд в артиллерии — это старый добрый фугас с большим сплэшем, который летит навесом, с него легко попасть. Он часто попадает в серединку, за счет большого сплэша часто наносит урон, даже когда мы стреляем мимо. Да, может, не самый большой урон, но стабильно, плюс оглушает. Нам еще приходят циферки за помощь союзникам. Но эти снаряды без пробития не повреждают внутренних модулей танка. Это нововведение мне нравится, поскольку у меня часто от 100 урона сплэшиком от арты умирало пол экипажа и все было сломано. Теперь такого не должно быть, и это хорошо. Второй снаряд у артиллерии — это тот же самый фугас, но с маленьким сплэшем, немного большим уроном. Он летит чуточку быстрее, но ниже, не такой навесной траекторией, из-за чего вы закидываете не всегда там, где можете закинуть первым снарядом. Также из-за того, что сплэш меньше, даже попадая возле танка, вы видите 0 урона. И только попал прям практически в него или прям впритык возле него ложите снаряд, практически попал, только тогда вы видите урон, и он уже ломает внутренние модули. Попробовав этот снаряд, я понял, что с него урон практически никогда не наносишь, поскольку ты прямыми попадаешь не так уж и часто в быстрых активных боях. А вот первым снарядом, попадая даже возле танка, ты хоть какой-то урон да наносишь. Из-за чего получается, что второй снаряд будет иметь смысл, если ты практически каждым выстрелом попадаешь. Но ты не попадаешь каждым выстрелом. Это надо, чтобы куча танков стояла в одном месте и ждали, пока ты в них стрельнешь. Но сейчас такого не будет. Чуть дальше объясню почему. Третий снаряд у артиллерии — это ББ снаряд, который летит вообще низко. Им тяжело куда-либо закинуть, и нужно практически чуть ли не в прямой прострел выехать, чтобы он залетел. Нужно объезжать даже маленькие холмики, поскольку арта не перекинет их. И после того, как ты полностью свелся, ты нажимаешь выстрел, ББшка рядом с танком вражеским падает, и ты видишь 0 урона. Соответственно, третий снаряд тоже не имеет никакого смысла, он не нужен. Ты просто с него будешь стрелять нулями, и практически неоткуда стрельнуть по врагу на нынешних картах, только если они будут полностью гладкие. Но таких карт в игре не так уж и много. Да и если карты будут гладкими, то все равно нужно прям в танк попасть. И даже если ты в него попал, нужно еще и чтобы оно пробило. Да, пробития там много, но попадания никто не отменял. Из этого следует, что рабочий снаряд, самый простой, это первый. С него легко набивать циферки и какую-то проявлять активность и влиять на бой. А вот второй и третий снаряд, пока ты будешь с ними там мучаться, чтобы искать прострел, а потом стрелять мимо, бой уже и закончится. Мне пришлось несколько боев откатать, чтобы с них хоть чуть-чуть нанести урон. С ББшки я так ни разу урона не нанес. Их если и применять, то только в каких-то там уникальных ситуациях, которых практически не бывает, потому что карты повторяются штук 7 по кругу. Если среди них нету удобных для прострела, то ты так целый день и не постреляешь с этих снарядов нормально, потому что крутятся карты, на которых неудобно закидывать. Все. Также у артиллерии стали яркими трассеры, видно, откуда она стреляет и куда летит снаряд. На протяжении всего полета снаряда его видно отлично. Выглядит это красиво, хорошо, мне нравится. Также еще появился новый перк — звуковая разведка. Давайте поговорим про плюсы и минусы этого перка. Он качается у командира. И в догрузку к лампочке вам еще один перк нужно качать. У каких-нибудь французских танков, где 3 члена экипажа, где и так там перегружен командир 13 перками, вам еще нужно туда засунуть еще один перк. Поскольку он вам позволяет увидеть индикаторами на экране, что у вас сейчас арта стреляет. Причем этот индикатор появляется сразу, как только снаряд выстреливает из артиллерии. И у вас будет примерно там 3-4 секунды, чтобы отъехать. И если арта стреляет вторым или третьим снарядом, то даже чуть-чуть отъехав, скорее всего, вы получите 0 урона. Первый снаряд, конечно, может вас цепануть, будет оглушение, немножко нанесет урон. Этот перк, в принципе, неплохой,
Мне кажется, он не настолько необходим, как перк, который меняет снаряды, но тоже очень хороший. Если многоперковый экипаж у вас есть, то этот перк тоже должен быть. В первую очередь, может быть, не надо его качать, но если уже несколько перков есть, то уже должен быть. Также без всяких перков, просто так вы всегда на карте будете видеть, куда арта стреляет. В то место, куда она попала, на том месте на мини-карте будет показываться круг с точкой посередине. Вы будете знать, что артиллерия сейчас туда сведена, сейчас туда стреляет, значит она на КД, и внимание ее заострено в то место. Да, она может перевестись, но это займет какое-то время, она на КД, и вы в это время понимаете, что вы можете что-то и поделать. Очень хорошая штука. Раньше, конечно, я все это и сам пытался замечать, это и слышно, куда арта стреляет, куда попадает. В принципе, можно догадаться про эту информацию, но не всегда это можно понять, если это происходит на другом конце карты. Сейчас же это прям на мини-карте показывается, и люди, которые играют хорошо и внимательно, всегда будут осведомлены. Больше информации, больше осведомленности для тактических маневров, правильных, без ошибок. Также еще разработчики на своем стриме когда-то давно рассказывали, что трассера из артиллерии будут показываться не именно в том месте, где она стреляет, а немножко это будет смещено. Но я пока не нашел этого в описании этого патча, так ли это на самом деле, я не знаю. Это нужно будет проверять или узнавать где-то. Может быть, я просмотрел, это где-то написано, я не заметил. А это очень важно для трассодротства. Если такая вещь введена в игру, то трассерить будет особо бесполезно. Нужно будет догадываться, где стоит арта, а потом ты попадешь, не попадешь. Теряешь кучу времени, за которое ты мог бы быть эффективен для своей команды в других целях. Поэтому это, в принципе, уже теряет смысл трассодротить. Только если вы уверены, что это 100% сработает, но в этом быть уверенным нельзя. Также улучшили 4 прем-танка 8 уровня и 6 наградных машин с ГК. На М60 я поиграл, мне не понравилось, 121Б вроде стал получше, но пушка нигде не опускается. Также апнули Т23Е3, но это 7 левел, на тесте невозможно на нем поиграть. И с 5КВ4 и Чифт Н95 тоже апнули, но это 8 уровень, на них не удалось тоже попасть в бой. Что с их апом, сложно сказать, нужно будет проверять на основе. Пока мне понравился 121Б, более-менее нормальный добротный танк, не чувствуется им бой, но если занять хорошую позицию, в принципе, более-менее пойдет. Но на 10 уровне в целом есть танчики и пободрее, чем 121Б. Сколько раз его не апай, все равно это остается китайским ведром, где пушка не опускает. Также апнули прем-танчики Т-92, Сенлок, М41Д, ИСУ-130, это все 8 уровень. Их немножечко там подапали, на основе будем это все проверять. В игру добавляют новый режим под названием «Разведка боем». Это режим, в котором мы будем тестировать для картошки ее новые карты. Там будет специальная шкала, шкала прогресса. Играя в этот режим, она будет заполняться, за что мы будем получать награды. Видимо, после ее заполнения мы сможем пройти тест, опросничек, поотвечать на вопросики, выбрать самую лучшую карту, которая нам понравилась, после чего эта карта может появиться в основном картошкином режиме в рандомных боях. Я покатал эти три карты, одна из них мне понравилась, одна что-то такое смешанное, и одна мне пустынная не зашла вообще. Слишком она закрученная, заковырчистая, играть ее не совсем приятно. Этот режим можно будет катать, точно так же как и рандом. Результаты с этого режима будут идти в вашу основную статистику. Также ежедневные всякие там простые задания тоже можно будет выполнять. А вот ЛБЗ нет. Там можно будет играть с 8 по 10 уровень. Экономика там будет такая же, как и в рандоме. И прогрессия в этом режиме будет 50 боев. То есть нужно будет откатать 50 боев на этих трех картах. Что довольно-таки немало. Также на тесте еще показали ребаланс карты Минск. Там осушили речку, добавили новых укрытий, город сделали шире. Но за 4 часа мне так Минск ни разу и не попался, поэтому я не понял. Не увидел, увижу, видимо, на основе. Жалко, что из старых карт переделали всего лишь одну, поскольку таких ребалансов и переделок требует практически половина карт старых. И такие вот опроснички, как в новом режиме, нужно сделать бы, конечно, для всех карт, поскольку они тот еще мусор.
Да и лично мое мнение, мне старые карты уже просто надоели, я бы лучше поиграл полностью на всех новых картах. Это куда интереснее, чем играть старые. Также еще есть небольшие, маленькие изменения. Интерфейс выбора режима полностью переделали, там все по-новому, новые менюшечки, видно прогрессии в каждом режиме, и можно быстренько выбрать режимчик, который вы хотите поиграть сегодня, как пишет нам картошка. Также добавили ХП в ушах команд, это из модиков слезала картошечка, и ХП на миникарте. Многие жалуются, что ХП на миникарте очень яркие. Честно я скажу, я практически не пользовался этим модом, и во время боя я не привык таким пользоваться, поскольку 8 лет играл без этого. Поэтому я сильно не заметил, что оно там какое-то яркое-неяркое, поскольку этим по привычке и не пользовался. Также добавили командирскую камеру, и в ней еще добавили надстройку в виде тактического обзора. Там в настройках будут две галочки. Командирская камера — это когда камера сильно отдаляется от танчика, а тактический обзор — это когда вы сильно отдалили и еще сильнее отдалили, и камера поднялась аж вверх. Тактический обзор, когда камера аж вверх поднимается, я сразу выключил, а командирскую оставил. Иногда отдаление камеры подальше от танка нужно, чтобы смотреть за здание, за повороты и так далее. Также еще был 5-й сезон боевого пропуска. Стильчики там посмотрел и камуфляжики. Вроде чуть поинтереснее, чем было, но в целом это то же самое. 3 этапа по 50 уровней, в них там куча мусора и пару нужных вещей в виде трофейного оборудования, 3D стили, как обычно, ждут в конце, и 3 командира, которые мне лично вообще не нужны, я даже прошлых не знаю, куда запихнуть. Ранговые бои, сезон 10. Сыграл я целый один бой в это, играть в него невозможно вообще было на тесте, поскольку там посреди экрана какая-то менюшка, которая вначале всплывает и должна исчезнуть, опять вернулась на экран, и весь бой мне мешало играть. В целом мне это не понравилось. Играть в это на тесте невозможно. Что в целом изменилось в новых ранговых боях? Там будут играть 10 на 10. В принципе, все. Это все, что вам нужно знать про эти все изменения. За счет того, что меньше танков на команду, соответственно, меньше танков получают шевроны, меньше теряют, поскольку просто танков меньше стало. Также там немного поменяли роли танчиков, они теперь как-то там называются более понятным языком. И в начале боя вам там менюшка всплывает, которая у меня не исчезла до конца боя, на которой написано, кто вы, что вы должны делать, за что вы получаете, какой вы молодец будете, если будете делать вот это. Все. Это все изменения в целом, грубо говоря. Мое мнение про бои 10 на 10. Как говорит картошечка в видосике, за счет этого влияние на бой каждого игрока будет выше. Если он скилловик, конечно же, он будет влиять хорошо на бой. Если он не скилловик, то плохо. Конечно, все так, но что еще будет сильно влиять на бой? Дисбаланс карт, дисбаланс танков, ВБР, какой-нибудь поджог левый, если куда-то залетит, или взрыв боеукладки, может решить какой-нибудь бой. И в целом будет все заточено уже скорее под индивидуальность. Это уже какой-то такой дворовой футбол, где в каждой команде есть какой-то известный свой челик, который все сам решает. Да, их команда может проиграть, но всем будет понятно, что этот чел реально что-то может. Это будет уже совсем другой режим. И как мне кажется, он уже больше не про командность заточен, а про индивидуальность. То есть, если вы выигрываете, вы получаете после боя шеврончики. Если вы проигрываете и крутой игрок, вы тоже все равно будете получать шеврончики. Но вы будете играть уже скорее сами на себя. Если вы понимаете, что карта дисбалансная и вы с плохого респа, вы все равно, если хороший игрок, умудритесь сыграть хорошо. Но это будет вот такой вот режим. Кому-то понравится в это играть, будет играть, кто-то нет, нет. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры коричневые. Также изменяют систему чертежей. Грубо говоря, нации соединят в объединение. Союз — это Китай и СССР, Альянс — Польша, Британия, США, Блок — Германия, Япония, Коалиция — Чехословакия, Франция, Италия, Швеция. Я так понимаю, здесь то же самое, что и в ЛБЗ 2.0. Но насколько я понимаю, люди просили другого, чтобы менять одни чертежи на другие. Люди хотели, чтобы межнациональные менять в национальные, или как там оно называлось, я уже не помню. Когда одних чертежей у тебя до хрена,
а других у тебя мало, ты хочешь поменять одни на другие. А картошка нам предлагает между нациями перекидываться этими чертежами. В принципе, ничего нового, картошка здесь не удивила. У меня все ветки в игре прокачаны, поэтому тема чертежей меня не сильно интересует, но я так понимаю, для многих танкистов это больной вопрос, и картошка его решила тяп-ляп. Также еще очень много изменений параметров техники. Практически всю арту перековыряли. Где-то добавили новые снаряды, где-то добавили побольше, где-то там пробитие поменяли, альфу. Этих изменений там несколько листов, там листать не перелистать. В этом коричневом хаосе я разбираться не буду. Я просто на нескольких артах на тесте поиграл, сделал для себя вывод, что второй-третий снаряд не рабочий, и все. Вот такой вот патч 1.13. Довольно-таки объемный, и наконец-то есть что пообсуждать. Наконец-то игра сдвинулась с мертвой точки, и путем проб и ошибок покатится дальше. Поскольку если ничего не делать, то игра точно не сдвинется. Ни в плохую, ни в хорошую сторону. Что мне понравилось, что не понравилось, выводы. Новые фугасы. Я точно не уверен, научусь ли я новым механикам, приспосабливаться буду быстро или медленно, понравится мне этот геймплей или нет, как он будет в целом играться. Но мне кажется, что если танкисты научатся переключать снаряды фугасные и голдовые быстро в бою, то это, конечно же, сделает что? Бои быстрее. Как можно было сделать бои быстрее, чем по 2-3 минуты, скоро увидим на основных серверах. Это, конечно, интересная механика и добавляет какого-то нового геймплея, но, возможно, бои уже уперлись в такую скорость, что быстрее уже некуда. Поэтому картошка насчет этого, наверное, и не парится. Но на тесте турбобоев было очень много. С этим бороться даже не то, что не начинали, видимо, и не планировали. Вроде бы интересно, непонятно, что-то новое, но надо оно или нет, неизвестно. Изменения САУ мне понравились, поскольку два снаряда мусор, один снаряд теперь не критует модули, но до сих пор наносит оглушение. Вот бы он еще не оглушал, цены бы не было. Арта-лампочка — это вообще блеск. Трассера мне очень сильно понравились. В целом изменения с артой вроде бы положительные. Главное, чтобы, как обычно, картошка после выхода этого всего на основу не апнула в микропатче какого-нибудь артиллерии урончик и так далее. Этого мне не надо. Новый режим разведка боем — это офигенно. Новые карты хочу больше, больше, больше. Говорят, что потом будет еще 3 карты в этом режиме. И еще потом еще 3. Итого 9 новых карт. В этом режиме будут время от времени появляться по 3 штучки. Это классно. Интерфейсные доработки, смена режима мне в принципе фиолетово. Сделали и сделали. Свободная камера — хорошо. Командирская камера — туфта. Командирская лампочка — у командира. Обещали освободить командира от обычной лампочки, а нагрузили его еще и арта лампочкой. Он и так перегружен перками, этот командир. Это плохо. Также еще перк на быструю смену снарядов. Это дополнительное переобучение экипажа. Это тоже не очень. Но то, что он быстро меняет снаряд, это классно, но это ускоряет бои 100%. Новый сезон ранговых боев, переделанный 10 на 10. Сложно сказать, потому что его на тесте невозможно играть. Понравится мне это или нет? Скорее нет, мне больше нравится командность, чем самому с собой играться в циферку. Кому-то такое может понравиться, зайдет ли мне, я не знаю. Когда выйдет на основу, тогда и посмотрим. Новый сезон боевого пропуска чуть интереснее вроде выглядит по наградам в плане камуфляжиков и 3D стилей. Но в целом это то же самое, скучное и неинтересное. Самый унылый боевой пропуск, который я видел вообще на этой планете. Он просто идет сам по себе и вообще не вызывает ничего у меня. Он просто идет, когда я нажимаю в бой. Это неинтересно. Изменения чертежей тоже мимо кассы. Ну и аптанчиков, большую часть из которых я даже не попробовал. Тем более все играют на фулл голде на тесте, и М60 апнули лоб башни, а меня все в лоб башни пробивали голдой. Да и на основе сейчас тоже играют все на фулл голде, поэтому картошке нужно бороться с этим. Сколько танки не апай, все равно они фулл голдой пробиваются. Особенно если у них броня не ультимативная, а которая должна иногда танковать. Иногда танкующая броня и танкует никогда.
но тянет за собой на днище остальные параметры танка, которые могли быть получше. Вот такой вот патч 1.13. На мой взгляд, он великолепный, процентов на 70-80. В целом лучше, чем патчи за последние пару лет. Но к чему это приведет? С вами был Варчик, играть красиво, подписывайтесь на канал, заглядывайте в группу ВКонтакте, там много чего интересного. Всем пока!